Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Большая Уря – шаг вынужденный и крайне необходимый, признаются местные власти. Ведь благодаря этому удастся решить наболевшую для сельчан проблему – отсутствие подходящего здания для детской школы искусств. Вот уже 30 лет успешно функционирующий большеуринский амбулаторий по плану переместят в ФАП, а в самом здании больницы, соответственно, будет располагаться учреждение для маленьких талантов. У нас уже сама школа искусств пришла в негодность, можно сказать, здание сегодня находится в аварийном состоянии. Ну и оно маленькое для детей наших, которые занимаются в этой школе искусств. На сегодня занимается 87 детей, у нас желающих только уже на 8 классов, да, а там находится у нас всего 4 класса. Так что вот мы хотим культурное наследие не потерять в селе Большая Уря. Работы по строительству нового ФАПа ведутся уже с августа месяца. Дата сдачи объекта 26 сентября. А это чуть больше, чем через неделю. Чиновники отмечают, все будет готово ровно в срок. Идет черновая отделка. Что она себя включает? Ну, сейчас штукатурят, будут ложить линолеум. Во-первых, сейчас еще полы доводят. Идут такие уже как подготовительные работы уже к сдаче. Отметим, всего на территории Канского района успешно функционируют филимоновский амбулаторий и 3 фельдшерско-акушерского пункта. В ближайшем будущем планируется возведение ФАПов в Красном Маяке, Красном Курыше и Николаевке. Анастасия Трикос, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.